Так. Наверное, мои ноги очень хотят, чтобы я спрыгнула. Хотели бы. Да? Да. Я прыгаю. Ой, блин, чуть реально не упала. Как у тебя сегодня с настроением? Сегодня хорошо. Цветы пахнут. На полу конфетти. Короче, скажу так, последние дни были сложные, эмоциональные. Скоро вы увидите в эфире снова психопатку Ирину. Прошу реагировать спокойно, нормально, как бы со всеми бывает. А так я очень добрая девочка, правда психованная немножечко, чуть-чуть. Какой у тебя рост? 173 у меня рост. Давайте вопросы, я сейчас ненадолго зашла. Мужик хороший, не обижает. Пришел, короче, парень в понедельник, хороший очень. Заботливый, так еще и красивый, прикиньте. Конечно. Такой богини, как я. Кого выгнали? Нас иммунитет вышел. Так, привет, малышка, на связи Дерек. Я написала, что хочу прийти к тебе. Понимаешь, когда меня называют малышкой, сразу не моя. Привет от семьи Гульнара и Мансура. И от них спокойной ночи. Семья Гульнара и Мансура, спокойной ночи вам от меня, Рины Пингвиновой. И от всего дома два. Добрых снов. Пусть вам приснится все самое лучшее. Юля и Мдезир вышли в следующий этап. Да. Ну ты исправляйся, давай. Да, я пытаюсь. Очень много эмоций я. Господи, посмотрите на эту чмошность просто. Вик! Я тебе буду портить видео. Мы, у нас просто с ней этот, особая любовь. Друг другу. Ой, кто зашел в прямой эфир? Ну-ка, посмотрите на него. Давайте, задавайте вопросы, потому что я зашла ненадолго. Скоро надо спать. Могу вам рассказать, что сегодня был... Ой. Да, сегодня Мундезир с Юлей, короче. Прошли в следующий этап, будут участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион». Слежи. Рада, если слежишь, то слежи. Красивая сегодня. Да я всегда прекрасна. Вопрос вы не задаете. Как? Чё? Как Ромашову-то не стыдно пользоваться девушками? А почему ему должно быть стыдно? Парень просто кайфует, занимается своим творчеством, так еще и девушки удовлетворяют его потребности. Функцию проекта он выполняет, постоянно строит отношения. Правда, поступает с девушками не очень. Но когда он в отношении с ними, он, в принципе, их защищает, да, и все ему начинают верить, что у них какая-то любовь к морковке там. Вот, он действительно может влюбляться в этих девушек, но просто это бывает на недельку или на разочек. Такой Фромашов. Вячеслав, серьезно? Откуда я знаю? Я не знаю. Скажи, пожалуйста, Ибрагимова. Чего? Скажи, пожалуйста, Ибрагимова красотка. Ибрагимова красотка. Вот Ирина Пингвиновой. Слышь, ты не знаешь. Подкати к Ромашову. К Ромашову? Мне говорят подкатить к Ромашову. Я подкачу. Надо задуматься над этим. Сколько у вас сейчас время? Время? Час. Кстати, песню огонь. Да, у Ромашова такая грязь. Бывает. Кстати, вот смотрите, я сейчас посмотрела так, ну, с камеры на себя. Что если мне постричься? Либо вот так. Сядь, либо можешь разговаривать со мной, либо потом я сейчас отключу. Что думаете? Сделать мне каре?
Буду такая скорее. Не пойдет? Мне кажется, очень буду миленькая смотреться. Или все-таки с длинными? Парень грубый у тебя. Подходи к какому-нибудь нормальному. Да блин, где бы этих нормальных найти? Одни так себе. Непонятные. Да ладно, что мы просто всегда все вот такие, типа, разные бываем. Нормальные все. Нет, не стрюки, серийный топ, будет очень красиво, скажи, молодец, не надо, не делай, так разделять мнение, пойдет, о, 2-2, ты так прекрасно, пойдет, 3-на, длинными лучше, все, длинные перевесили, не буду стричься. Ну так тоже прикольно, да, я думаю, буду миленько. Ладно. О, приветики. Братец. Ну что, ладно. Что-то сегодня новостей особо нет. Как с Максом? С Максом уже никак. Честно говоря, никак. Все, всех люблю. Добрых снов. Главное найти себе по душе, это точно. А, микс Оскар. Пингвин топ. Пингвин. А Ирина Пинчук на проекте. Ирина Пинчук. Подсажешься, потом длинные захочешь. Это точно. Пинчук. Пинчук, ты на проекте тут спрашивают? Да. К сожалению, да. У меня спрашивают, Ира Пинчук тоже на проекте. Это я, это не фотошоп. Ладно, всем пока.